Д. Ученики школы 2107 школьного отделения имени Ромена Ролана. Мы все очень разные. Кто-то занимается боксом, а кто-то любит читать книги. Среди нас будущие врачи, инженеры, филологи, переводчики, тележурналисты, юристы. Но всех нас объединяет любовь к иностранным языкам. Неудивительно, что 8 человек из нашего класса стали призерами Всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам. А кроме того, среди нас есть призеры олимпиад по русскому языку, литературе, обществознанию, праву и математике. Но гуманитарный уклон нашей школы не мешает нам с легкостью осваивать точные науки. Конечно, в этом немалая заслуга наших учителей, которых мы очень любим и будем помнить всю жизнь. За все те годы, что мы провели в школе, мы стали одной дружной семьей. Мы участвовали в КВН, организовывали театральные постановки как на русском, так и на иностранных языках. Наш класс обожает выступления на сцене. Последний раз в школе мы поднялись на нее во время последнего звонка. На последнем звонке мы услышали добрые напутственные слова от нашего директора Лукашук Олеси Николаевны, и все загадали желание. Мы надеемся, что они обязательно сбудутся, стоит только захотеть. И на прощание хочется пожелать нашей дорогой школе, чтобы она возглавила рейтинг лучших школ Москвы.